привет! Мы приехали сейчас на пиротехническое шоу. Да, Валера самогон и Саня самогон сегодня пилит контент вместе. Приехали сейчас на пиротехническое шоу. Это Братеевский парк. Да, народ на самом деле много. Это 4-й международный пиротехнический фестиваль, как мне подсказывают ребята. Сейчас для того, чтобы смотреть фейерверки. Вот здесь расположились мы. Как моим подружкам съездил, пообщался? Каким? Виком. Нормально. Да, Валера самогон и Саня самогон сегодня пилит контент вместе. Да, точняк. Давай расскажем, где это. Фестиваль проходит в Москве. Это, значит, Братеевский парк, Братеевский каскадный парк. Очень огромные, очень интересные тут такие холмы, возвышения. Такой, по-моему, 4-й, да, фестиваль? 4-й фестиваль, да. На самом деле это международный, один из крупнейших, интереснейших. Здесь выступает команда международного класса. Победители, я уверен, будет. Правда, не знаю, кто здесь победил. Будет приз зрительских симпатий. Но вообще, просто то, что я видел 2 года назад, это было просто что-то невероятное. Водичка. Сейчас, по-моему, группа «Звери» играет. Сейчас попробуем подойти, посмотреть, что там. Сейчас группа «Звери» выступают. Спасибо. Народ на самом деле особо не танцует, так сидят и ждут фейерверка на самом деле. Давайте тут дойдем и обратно. Now the time is very nice.
Wings for the last time. Happy to have found the freedom, at least in death. Fly, fly high, mighty Thoros. Your name will always be remembered by the people of the Enchanted Lands, and your memory will march with us forever against the hordes.
for that we have each other, and for that we have each other. Yeah. Yeah.
It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. I never know, and I
No.
Максим, салют. Команды из Андорры. Не забывайте голосовать, если вам